Крупнейший в мире химический концерн БАСФ разочаровал инвесторов. В четвертом квартале 2012-го выручка выросла на 7%, зато чистая прибыль упала на 13%, а по итогам всего прошедшего года на 21%. Она составила 4,9 миллиарда евро. Компания отмечает снижение спроса в традиционных для концерна отраслях, таких как текстильная. Зато вклад нефти и газа в выручку компании растет, а в отношении этого сегмента действуют значительно более высокие ставки налогообложения.